Кстати, вы слышали, что появилась новая профессия? Тоже опасная. Сегодня в Калининграде на работу вышли люди, которые проверяют QR-коды. Да, понимаешь, люди специально проверяющие. Это нормальная профессия. Стали появляться профессионалы, это настоящие асы своего дела. А? Их так и называют, их же называют QR-асы. Нет, подождите, стоп. Ну какие QR-асы, Митя? Нет. Ну, так называют в провинции, в Москве QR-асты. Создадим такие невыносимые условия, которые заставят их пойти и сделать эту самую прививку, обязательно наше государство никого не заставляет. Два удара по башке обездвижило у кого? Сначала вам колят синюю ампулу. У нас бесплатная медицина, а для вас за деньги, аж вы мудаки. Главный распространитель лжи Владимир Соловьев? И какую ложь я тебе распространил? Помни! 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 Помни!